Chim, you said I Adonai Eloheinu Adonai Echa. Шалом, дорогие хаварим. Доброе утро, друзья. Я рад сегодня ободрить вас и ободрить себя. Я хочу вдохновить вас в вере и уповании на Бога. Мы все нуждаемся в вдохновении. И этим утром у нас есть возможность открыть Священное Писание и ободриться. Вы знаете, я скажу вам, что каждое утро, когда я открываю Слово Божье, оно всегда вдохновляет меня. Я хочу сегодня зачитать вам слова Рав Шауля. Это послание к Ефесянам, в котором он произносит молитву. Молитву за учеников Машиаха. Послание к Ефесянам с 15 стиха, 1 глава. «Посему я, услышав о вашей вере в Мессию Иешуа и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иешуа Мессии, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его у вас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он содействовал в Мессии, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, перевыше всякого начальства и власти, и сила, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его превыше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во все». Прекрасные слова, которые вдохновляют нас. Павел молится о том, чтобы мы познали три вещи. Нам очень важно познать эти три вещи. И эти три вещи состоят в следующем. Надежда призвания, богатство наследия и величие Бога в нас. Друзья, задумались ли мы действительно о том, в чем состоит надежда нашего призвания? Бог взял каждого из нас, кто уверовал в Него, отделил от этого мира и ввел нас в свое царствие. Он сделал нас своими наследниками. Он сделал нас своими детьми. И Он призвал нас. Насколько мы понимаем, что мы являемся призваны? Насколько мы понимаем, что у нас есть надежда на Бога? А надежда, она, как мы знаем, она не постыжает нас. Потому что мы призваны, то в нас есть это упование на Него. У людей этого мира нет этого упования. Но для призванных всегда есть эта надежда. Потому что мы знаем, кем мы являемся. Потому что мы знаем, что нас ожидает впереди. И потому что мы знаем, как нам быть сейчас, в это время. Возможно, сейчас кто-то переживает какой-то кризис веры. Но я хочу сказать, что Бог призвал тебя. И в твоем сердце есть надежда. Если ты призван Богом, то тебе надо заглянуть внутрь себя, найти там Бога, и Бог вдохновит тебя. Твоя надежда, она поднимется, и ты будешь тверд и непоколебим. Следующий момент. Богатство славного наследия Его для святых. Понимаем ли мы, что мы, дети Божии, имеем наследство от Бога? Писание говорит, что будучи на земле, мы собираем себе наследство на небесах. Но будучи детьми Божьими, я скажу, что мы уже имеем это наследство. Это наследство мира, это наследство веры, это наследство благословения. И мы, верующие люди, мы имеем этот мир, несмотря ни на какие обстоятельства. Потому что это то, что Бог дает. Мир Божий, который превыше всякого человеческого разумения, он наполняет сердце верующих. Это радость, радость, которая необъяснима для людей этого мира, но радость, приходящая свыше, это радость спасения.
Мы спасены, и наши сердца радуются, несмотря на обстоятельства. Друзья, мы имеем веру. Бог поместил нас, это семя веры. От Него пришла вера, и мы узрели Мессию. Это то, что нам дает Бог, и что и никто не может этого отнять у нас. Это наследство, которое мы имеем с вами. Следующим моментом – безмерно величие могущества самого Бога в нас. Бог, когда мы уверовали в Него, Он поселился в сердца наши Духом Святым. Великий Бог, Бог, сотворивший небо и землю, обитает в твоем сердце, если ты веруешь в Иешуа Машиаха. Этот Бог, Он очень сильно хочет прославиться в тебе и через тебя. И те обстоятельства, которые мы имеем, те ситуации, которые мы проходим, они прославляются Богом. Я скажу даже, Бог прославляется в этих ситуациях в нас. Мы имеем это богатство Бога. Мы имеем в себе самом это основание жизни, которым является Всевышний. И Его могущество, оно действительно безмерно. Каждый раз, когда мы встаем утром на наши ноги, открываем наши глаза, мы действительно понимаем, что все сотворил Господь. Но когда мы входим в нашу тайную комнату и совершаем наши утренние молитвы, наши встречи с Ним, то мы переживаем эту близость. Вы знаете, я скажу так, что Бога мы можем находить в своем сердце. И когда я переживаю каждое утро Бога в своем сердце, я действительно понимаю свою малость и Его величие во мне. Я думаю, что у каждого из вас есть свидетельство того, кем вы были до того, как уверовали, и кем вы являетесь сейчас. И это вдохновляет нас. Мы видим это внутреннее преобразование, которое Бог совершил в нас. Того, что не могли сделать никто и ничто, великий Бог, поселившись в твоем сердце, своим величием и своим могуществом смог произвести. И я хочу, чтобы эти слова, они были ободрением для тебя сегодня. Чтобы каждый день ты вставал на свои ноги, брал чашечку кофе и шел в свою молитвенную комнату иметь общение со своим Богом. И тогда Он раскроет для тебя, в чем состоит надежда призвания Его. Тогда Он покажет тебе, какое богатство славного наследия Его лично для тебя и раскроет, как безмерно величие Его могущества в тебе. И сегодня я хочу молиться о том, чтобы каждый из нас, он искал утешение и вдохновение у Божьих ног. Авину Малкейну, Отец наш и Царь, спасибо Тебе за Слово Твое, которое вдохновляет нас. Спасибо Тебе за Твои обетования, которые утверждают нас в вере. Спасибо Тебе, Боже, за то, что, читая Твое Слово, мы можем понимать, кто мы и что мы имеем в Тебе. Боже, когда мы видим это, то мы радуемся, Господь. Мы радуемся, и наши сердца, они действительно утверждаются в Тебе. Отец, я молю Тебя сегодня о каждом человеке, который сегодня смотрит эту передачу, утверди его в том, кем он является в Тебе. Боже, раскрой, Боже, надежду призвания. Боже, покажи величие Твое в нем во имя Иешуа. Отец, пусть Твоя благодать, она каждое утро раскрывается во встречах с Тобой. Я благословляю Тебя, друг мой, именем Господа нашего, Иешуа Мессии. Амин. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.